нашем архиве за все время существования рубрики «Автохам» накопилось около 12 часов отснятого вами материала. Сегодня мы покажем самые свежие материалы. Итак, начнем. Видео от нашего постоянного помощника, который не захотел, чтобы мы его представляли из-за ненормативной лексики за кадром. Но ругнуться было на что. Шестая дачная, пешеходный переход, автор материала останавливается, а вот водитель Hyundai мчится, не притормаживая. Классическая ситуация, именно так зачастую сбивают пешеходов. Дятел. Следующий блок для тех, кто очень хорошо разбирается в саратовском движении. Улица Челюскинцев на участке от Чернышевского до Мичурина односторонняя. Алексей, владелец регистратора, едет правильно, а вот иномарка нет. Точно такое же нарушение на Большой Садовой засняла Мария Шатилова. В последнее время нас буквально закидывают материалами с областных трасс. Стандартное нарушение – неправильный обгон. Здесь все и так понятно, оставим без комментариев. Ну а следующая ситуация крайне неприятная для водителей. Дальнобойщик вроде бы обгоняет всех по правилам, но вот маневр завершить не успевает, поэтому встречным авто приходится уходить чуть ли не на обочину. Если вы стали свидетелем хамства на дорогах Саратовой области, присылайте свои видеоматериалы на наш электронный адрес tvnews@tnt-saratov.ru. Давайте бороться с автохамами вместе.